А перед началом данного ролика рекомендую подписаться на игровой канал Жора. Парень снимает отличные ролики по Overwatch, CSGO и другим играм. Также на его канале каждый день проходит по 3 стрима. Поэтому подпишись, чтобы не пропустить. Ссылочка в описании. Всем привет, уважаемые зрители. С вами, как всегда, Кофе и Овер. И сегодня мы будем батлиться в CSGO. Всем привет, ребята. В общем-то, нашли вот такую вот прикольную карту на просторах мастерской, и возник у нас такой вопрос. А почему бы не устроить некую дуэль между друг другом? О. Да, друзья, потому что карта реально крутая. В центре карты огромный лабиринт. Также здесь очень много нычек. Смотрите, даже коврик Драгонлор есть. Да, вот. Самое, что прикольно здесь, это, конечно же, коврик Драгонлор. Хоть где-то он у нас будет, вот. Ну, в общем, давай, Димон, начнем. Значит, Дима начинает у нас за Т сторону, я за контроп. Так, давай, я перезапущу сейчас, да? Все, рестарт, МП. И погнали, давай. Все, на счет 3 мы начнем. Играем на любых оружиях, которые здесь валяются. Тут и негивы, ребята, и эмки, и гранаты, вообще все, что хочешь, то и бери, называется. Так, а я видел, кстати, тебя. Ты видел уже меня, да? Ну давай. Так, в смысле видел? А, я тоже видел твою головку, выскочила она там. Так, погоди, а куда ты? Где же ты можешь прятаться, а? А я на самом деле даже не особо прячусь. Так. Мы с тобой... А, не, я думал, мы с тобой в одно и то же место пошли. Не. Блин, где же ты, братан, находишься-то, а? А где? А где ты? Где ты? Что, вроде карта не такая большая, но как мы могли здесь потеряться-то? Я не понимаю. Я не знаю. Я вообще, кстати, вот был в одном месте, сейчас абсолютно в другом. Я не знаю, куда ты пошел. Просто. Давай на счет 3 подпрыгнем. 1, 2, 3. Я прям... Оп! Я видел! А, видел где-то! Погоди! Просто убол. Друг друга запутали. Подожди, а ты зачем с мухой бегаешь? А мне дали в руки муху, но я уже не стал выкидывать. Я не знаю, я почему-то с ней заспавнился. Просто, как так-то вообще? Так, ну все, сейчас я акусик взял, братан. Давай, тут можно, ребятки, реально подбирать любое оружие, начиная тут и АВП есть, и пистолеты. О! Ну, в голову ты попал, ты попал по голове. Да, реально. Блин, сколько? 11 хп осталось. Да. Как же так? Просто как же так, ребята? Блин, это было близко. Ну, смотри, пока 1-1. Чувствую, битва, ребят, у нас сегодня будет реально потный. Так. Я вот тоже думаю, да. Что бы взять такое? Надо поискать. Я рискну и попробую с этим пойти на тебя. А, я понял. Смотри, у тебя негива тут нету на базе. А, то есть ты уже там, да? Ну да. Понятненько. Док, что братан, вот это жесть, вот это лабиринтики, да? Я вот не знаю. Не, мы, конечно, можем снова подпрыгнуть на счет 3. Ну давай, а я на самом деле бегаю и прыгаю. Не увижу, наверное, тебя. А потому что ты в лабиринте находишься, я понял. Я не знаю. А, вон ты. Ты чё? Ух! Я тоже по тебе попал. 7 хп, братан, 7 хп. Как же так? Просто как же так? Ребята, это жесть, реально. Ну, Дима прям, я вижу, сосредоточился, да? Так, нужно, надо, короче, брать какую-нибудь другую оружие. Давай, я вот взял, сейчас не перец... Ну, в принципе, нормально. Я взял калашик, думал, сейчас тебя быстренько тут порешаю, а бежал с пистолетом просто. А я сразу побежал за ССГ, в итоге взял и увидел тебя. Ну понял, так. 2-2, братан. Пока, да. Я, ребята, говорил, что будет потная битва, без этого никак, понимаете? Так, вот ты взял ССГ, да, я вот взял похожую пушечку. А ты чё стоишь, братан? Это, блин, почему? Я не понимаю, ты как-то очень... Я думал, ты как-нибудь сейчас будешь тактически выжидать, где-нибудь выходить, как-нибудь сверху, а ты просто взял на пролом, подкачил. Да, капец, вообще. Так, ладно, нужно... Надо тоже. А зачем мне постоянно бомбу дают? Тут можно плент еще ставить? А, походу, вон. Это прикол. А, да, там есть точка, можешь поставить плент. Надо будет попробовать как-нибудь поставить. Но я, правда, уже выкинул, на самом деле. Так, а это не ты? А, вон, да, головочка твоя была. Была. Ты не, показалось тебе, А вы, кстати, возможно, и пока... А, не. блин. Просто в пиксельную головочку попали, блин. Ну, нормально. Пока 3-3, ребята, реально потная битва. И я не знаю, чем она сегодня закончится, но пока что мы идем прям вровень. А мы с тобой будем играть как? Потом я за КТ, да, пойду? Так. А, ну все, понял. Ну, посмотрим, так как по времени будет. Так, надо чем-нибудь посерьезнее взять.
Так, интересно, посерьезнее. Это за авиком пошел. Сейчас будет очень классно, если... Лучше б я не брал авик. Так. Лучше бы я реально авик в руки, ребята, я не буду больше брать. Я не знаю, я не умею с ЛП играть, когда вот именно вот идет битва один на один. Когда катка, хоть минус 5, хоть минус 10, спокойно. Просто когда так, вообще не могу реально. Ладно, эй, давай, на самом деле, да, Савика вот сложно, когда один на один, я вот подтверждаю, братан. Так. Так, это ты чё там гранатами раскидался, а? Да, о! Муху взял. Взял там? Муху, я не могу, тут нету других пушек. Тут нету других. В смысле, там вообще ничего не было? Я бежал по лабиринту, ну, думал, что сейчас что-нибудь подберу, и ничего найти не мог. Прибежал к тебе на базу, и там тоже мухи лежали. Так, бежал подальше, там ВП сверху лежало. Да, а, кстати, точно, надо было подобрать. Я опять с мухой, понимаешь? Меня заспавнило в то место, где только мухи лежат. Вот надо спрыгивать. Рано. Теперь. Так. Окей. Вот так вот неожиданно чисто выход, а? Я только там оружие менял, калашик взял и сразу же прибежал. Ну ладно, ничего, ничего. 5-4. Ну давай, у тебя, в принципе, все шансы еще есть на победу. Только одну очко как бы впереди и у меня, и все. Так, погоди-ка. Блин, и вот теперь я не знаю, побежишь ты или не побежишь, что мне делать-то? А вот думай. Ага, флешечки у нас, значит, да? Вообще, как бы... Вообще, меня ослепило жестко, Олег. Да? Ага. Если бы я еще понял... Не ослепило. Тихо, 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 тихо. Ясно, понятно. О, капец! Хэдшот, просто точно на высоте, ребят, реально. По пульке. Так, а что, ты тоже с калашком? Да, я с калашком был. Так, я у тебя тег возьму, ты не против? Ай-яй-яй, я тоже постоянно каждый раунд тег беру, мало ли что. Ну тег это просто сила, это мощь. А давай на тегах сейчас зарубу сделаем. Погнали. Ну, теги это перекур... Ясненько, понятненько. Все, больше не будем, да? Не, я походу понял, почему ты на тег попросил, потому что это пушка, которую ты умеешь там жестко прям выдавать. Ну да, тег мне нравится, да, обожаю его. Ладно. Ладно, понятненько. Вот так тебе. Ой! Ух, ё-моё! Тихо. А, я тоже муху взял. Как не попал? Как не попал? Жесть. Есть! Как? Просто я не знаю. Как? Это же жесть, мухи попасть, такой хэдшот дать, это капец. Ну да, видишь, бывает такое, да. Слушай, у меня опять то место там, где мухи, блин. Да? А у меня нет. У меня... Сейчас в прыжке буду стрелять. О, попал, ты попал, попал. Опа! Нет, все, знаешь, с тобой на мухах стреляться, это неправильно, как мне кажется, с моей стороны, потому что ты на мухах хорошо стреляешь, вот, все, надо, короче, в бой что-нибудь другое брать. На теках, да? Слушай, у нас-то осталось, смотри, либо сейчас... Либо ничья, получается? Сейчас либо ничья, либо решай, ё-моё! Так, а где ты? Погоди, вот сейчас самое главное для победы... Погоди, погоди, для победы мне надо сделать что-нибудь прикольное и непредсказуемое, братан. Это сейчас Негев, да, по-любому? А, как ты, я вот ты узнал, я вот сейчас сменил наук. Ты узнал, я реально неги взял. Ясно. Мы, наверное, опять, короче, перебежали друг друга. Сейчас ты на моей, наверное, базе. Я не знаю, я не знаю, где, я может находить, быть... где вы находитесь. Пока это секретная информация, не будем выдавать друг друга. Я знаешь, друг другу... Да, да. Спину зайдем друг другу и все. Ты что там смоки кидаешь, а? Ну, гранаты бесконечные, можно откидываться им. Ладно, погоди, все, надо тебя уже убивать. Так, слышь, а чё ты делаешь? А время подойдет к концу, алё. Я вообще-то... Ты меня увидел, что ли? Не. А ты? А? Я не знаю, где ты. Ну где? А! Откуда? Откуда? Мама! Откуда? Ты чё ты подпрыгнул-то? Откуда? Я даже не понял. Я чисто начал по твоим ножкам стрелять, и ты просто подпрыгнул вверх, ну и все, и спрятался. Ну, я почувствовал выстрелы, увидел, услышал, но я не понял, откуда. А, вот это жесть! Вот это жесть! Где же ты? Лен, ну же! Братан! Выходи! Так и я особо и не прячусь, типа, ну, я уже опять... А! А-а-а, 7-7! Вот, красивый такой хедшот, залетел 7-7, ребята, и, кстати, вот именно сейчас будет решающий раунд, потому что в прошлом раунде, получается, если бы ты забрал... эту игру, то все, ты победил. Да, я бы победил, получается, ладно. Ну давай, сейчас просто чисто решающий матч. Все, братан. Собрались, все.
Нифига ты! Есть! Это что тег. Это тег, братан. Это был тег. Это просто какая-то жесть, ребята. Серьезно, я не понимаю, Димон, как это делалось. Так, меняемся, да, теперь получается? Да, давай, давай, давай. 1-0 пока что, но это пока. Еще все может поменяться. Надо зайти за Катеров. Так, я за КТ. Я бомбу поставлю. А я не ставил, кстати, бомбу. А где, кстати, плент-то? Не знаю. Один раз попал, как же так? А я не знаю, я, кстати, еще мимо стреляю, потом так бац и все, попал, отлично. Ну, первый раунд пока за мной. Как это так, я не понимаю, ребята, реально великий рандом. Ладно, так. Где-то АПН, где-то посередине здесь. Чуть-чуть не хватило. Здесь можно ставить плен. Где-то здесь можно поставить бомбу. А прям вообще, ну, можно? А мне кажется, нет. Походу, я не знаю, давай посмотрим. Ну возможно. Так, я могу поставить это, нет? Ну умри уже! Кстати, ты попал. Знаешь сколько? У меня 89 хп, а я попал? У меня 49 хп. Нифига себе. Тебя метки. Так. Да. Че, видишь меня, что ли, или че? Конечно. Вижу. Нет. Со всех сторон. Не, серьезно? Не знаю. Я вот сейчас на 360 градусов аж прыгнул и не увидел тебя. Ты плент ставишь, я слышу, как ты ставишь. А теперь найди. Он сверху. Братан, он сверху! Вот тебе плен находится. Всё, вот оно где-то ходится. Всё-таки можно поставить. Да, оказывается, можно. Дырочка, можно в нее провалиться? Не, нельзя, ладно. Жалко. Ну я, кстати, взял ОП. Попробую сейчас себя в роли снайпера снова, как бы, посмотрим. Попробуй. Понятно, что ничего абсолютно непонятно. Только... Попал! Сразу не в голову, потому что только головка твоя торчала оттуда, и все. Возможно, в плечо попал, бывает такое. Может. Блин, а что-то я прям как-то расслабился, все, надо пожестче собраться. Ну, видишь, почувствовал победу-то в кармане, и все, и расслабончик пошел по полной программе-то, а? Ладно. Вот фигушки. Так, все, я прям, знаешь, я прям собрался. Опять с теком? Нет, тут тека нету, тут есть 5-7. Где тут оружие? Чуть-чуть! 21 хп? Серьёзно? Только, да, ты только несколько раз попал по мячу. Ты с чем каким оружием вообще? Я сначала был с эмкой, потом с фейсэвеном, потом с теком и, короче, не... Всё, перебрал просто. Да. Так. Лови-ка. Нет, ты же тек, братан, тек это вообще тема. Так, Раши. Ну ты что-то вообще, давай это, догоняй меня, а ты я не знаю, вообще расслабился, капец, все. По полной программе, у нас так-то немного раундов осталось, так что давай. Тебе 3 раунда, да, пойди? Так, ну и хватит, давай, догоняй. Так. Попал, знаю точно, попал, кровь видел. Причем, знаешь, как попал, у меня 31 хп, братан. Серьезно? Угу. Тогда надо... Куда? Ну куда? Я испугался. Это я попугал тебя немножко и хватит с тобой. На. Погоди. Да, я вас слушаю. Я боюсь, реально очень. А я думаю, что не боюсь, у тебя хп больше, чем у меня. Есть, отлично. Сколько? 78, блин, ладно. 22 хп осталось, да, в конце у меня. Ой, ладно, сейчас попробуем заточить, ребята. Тут осталось на самом деле немного, чтобы наконец-таки, не знаю, довести до ничьи, получается, да? Mm-hmm, да, у нас будет ничья, если ты заберешь. Но если я заберу, тебе да, еще надо это... да, забрать. Поэтому, ребята, ни в коем случае не отдыхаем и тащим дальше. Так. Чё, где? Мы с тобой постоянно вот ходим по разным путям, например, вот я... Ждал. Сначала спиной ко мне стоял, потом увидел. Да, потом увидел, что кто-то там прыгает. Какой-то кузнечик там все-таки находится. Поэтому я вот так вот и сделал. О, братан! О, подожди. Нет!
нет! Я, у тебя что было? У меня была муха, мне было сложно. Знаешь, надо было поймать момент, когда выстрелить. Последний раунд, последний раунд. Последний раунд, смотри, Дима, у тебя осталось... Чё-то прям вообще. Последняя попытка. Так. Давай. Вы будете находиться сейчас. Да, жесть, это вообще, это просто изи. Да, я что-то прям под конец разыгрался, ребятки. Ну, в общем, на этом наша серия сегодня подходит к концу. Вот такая вот небольшая дуэлька у нас получилась. Надеюсь, она вам понравилась. Вы поставили лайк, подписались на канал. Если вы хотите видеть еще что-то типа этого, то, конечно же, пишите об этом в комментариях. Вот. Ну, а на этом мы с вами прощаемся. С вами были, как всегда, Кофе и Овер. Всем пока-пока. Всем пока, друзья.